клубе «Вольта» 24 сентября прошел большой сольный концерт группы «Гран Кураж». У коллектива давно не было сольников, и выступали они в основном на фестивалях. Однако появился повод. 19 сентября в сети был опубликован новый альбом группы «Жить как никто другой». Этот альбом – это нынешний день группы «Гран Кураж». То есть, как вот мы сегодня себя чувствуем, как вот хотели звучать, в принципе, на наш взгляд, получилось именно так, как вот хотелось. Писался альбом на протяжении года. Как заявили участники группы, некоторые песни появились еще в период работы над альбомом «Сердца в Атлантиде». Остальные же композиции писались уже под Евгения Колчина, который в 2013 году стал вокалистом «Гран Кураж». На самом деле, вот Миша часто говорит о том, что песни были написаны под меня, но это не значит, что они были написаны легче. Я слышу, многие говорят, вот он, молодец, Миша делает песни легкие. Неправда это все. Они достаточно тяжелые. Выход нового альбома не обошелся и без поддержки поклонников, которые могли внести свой вклад в проект на сайте Planeta.ru. На мой взгляд, группа «Гран Кураж» выходит на новый уровень. И с этим альбомом, конечно же, тоже это связано. Мы увеличили количество концертов, которые будут. Допустим, прошлый, позапрошлый год, наверное, было столько концертов, сколько будет сейчас, до конца года. Концерт группы включал в себя не только презентацию нового альбома. Обширная программа охватывала весь творческий путь «Гран Кураж». Я, честно говоря, в восторге. Я не ожидала, что будет столько классных песен, которые реально выстреливают. Новый альбом в стиле «Гран Кураж». То есть в их собственном стиле. Какие они есть, они, собственно, такими остались. Я ожидаю какого-то нового драйва, да, потому что звук должен меняться, да, группа должна жить, должна как-то развиваться. Вот, и этого развития я от них, собственно, и жду. Сейчас у группы уже есть материал для следующего мини-альбома. Однако перед этим они отправятся по другим городам России, где презентуют свой новый альбом «Жить как никто другой».